Всем кукусики, ребят. Ну что, продолжаем наше выживание. Так, в прошлой серии вы помните, да? Я как бы случайно выбрал кнопочку, да, вот эту вот. И меня перенесло прямо аж на начало карты нашего респа. Именно вот сюда, где мы изначально с вами и были. Я заново приехал на наше старое место. Что я сделал? Давайте здесь нажмем F-очку, берем наши показатели, они нам, в принципе, конечно, что я сделал? Я разметил здесь себе границы, где у нас с вами будет забор, пока весь не строил, ну, то есть материала не добавлял, так как мне нужно будет бревна и веревки, а веревки у нас делаются на верстаке. Но для верстака нужны гвозди, а для гвоздей нужно... Так, для гвоздей что мне нужно? Для гвоздей мне нужно будет построить наковальню. И сделать железный слиток. Так что до этого нам еще далековасенько. Давайте пока месь мы обойдемся, как говорится, вот этими тремя корытами. Я сюда поставил специально, чтобы водички набрать, так как воды у нас с вами вообще по нулям. Но эту воду пить, я так понял, нельзя. Я попил водички, как говорится, с калюжей. У меня минус 10 хп здоровья. Ну, это ладно. Так, давайте смотреть, что мы будем в этой серии делать. Давайте нажмем на... Так, на, не, на F куда? Вот, нажимаем. Что нам нужно? Изготовить каменный клинок. Одну штуку. Изготовить каменную кирку. Хорошо, каменный клинок. Давайте смотреть. Нажимаем вот сюда. Ложим. Изготовить. Отлично. Что нам нужно для каменной кирки? Так, где она? Каменная кирка. Палка, каменный клинок, растительное волокно, x2. Все, понял, давайте делать. Нам нужна палка, клинок и волокно. Волокно. Да, кстати, по поводу волокна. Из нее можно делать веревки, но, к сожалению, пока я жарю, не могу делать, так как нужен нам верстак. Все, это мы сделали. Давайте дальше смотреть, что мы можем сделать с вами. Построить фундамент, развести костер. Давайте построим фундамент. Построить обычный фундамент. Я даже не знаю, где мы с вами будем строить домик. У меня есть желание, конечно, на горе потом себе еще построить вышку. Только не знаю, как мы туда доберемся, может, через фундаменты. Сделать чисто на горе себе домик отдельный. Защищенный. Но давайте смотреть, где у нас будет с вами изначальный дом. Я понимаю, что вы ничего не видите, но здесь я не могу скипнуть, чтобы у нас типа получилось, это как его из дня ночь, с ночи день получился. Так, давайте, наверное, фундамент начнем отсюда. Здесь у нас забор. Может, по забору мы так и пойдем. Как вам такая идейка? Построить здесь домик на краю. Вы же не против, надеюсь. Надеюсь, вы не против. Так, X мы зажимаем. X зажимаем. И давайте, наверное, пройдемся вот так. Посмотрим, какой домик мы с вами сделаем. Вот такой вот. Сюда, 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 сюда. Будем делать большие себе хоромы. Я думаю, мы этого заслуживаем, правильно? Так, камушек. Ага, камушек нам нужно будет с вами. Камушек нам будет с вами добыть. Так. А где наша кирка? Где наша кирочка? Вот наша кирка, да. Так. Как ее достать? Или никак? Так, вот кирка. Давайте посмотрим. Сколько мы добудем с вами камней или что это такое? Ля, сколько камушков у нас. Нам для костра понадобится много камушков. По-моему, 10 штучек, если не ошибаюсь. Блин, ну молодцы. Так, а мы теперь медленно с вами идем. Давайте сюда мы их сложим. Так, сюда мы их сложим. Вот такой кусочек коры 25, да? Для чего-то, значит, нам тоже она пригодится. Ладно. Дальше, дальше, дальше. Давайте
Давайте, наверное, срубим деревья. Не знаю, будут ли деревья расти сквозь наш домик. Надеюсь, что нет. Так, мы здесь тоже уберем. Нужно строить по-любому сейчас нам дом. Из-за того, что я не знаю, через сколько на нас будут нападать мутанты. И это, как говорится, очень-очень плохо. Так, давайте рубить. Все, шикарно. И да, я себе сделал лесопилку, как вы видите. Так, циркулярный станок, ну, та же самая лесопилка. Так, давайте продолжать. Давайте смотреть, вроде здесь нам больше ничего мешать с вами не будет. Строим дальше. Да, хорошо, пока мест нам такого домика, я думаю, за по глаза. Что он для тебя нужен? Бревно 4 штуки, доска 6. Окей, окей. Бревно, доска. Не знаю, хватит ли нам деревьев на это все. Ну, давайте сюда одну штучку. Ну, не, нельзя положить. А, у нас уже полная. Понял, понял, понял. Я, наверное, пару серий запишу вот так, как я сделаю. Ну, то есть, пока мы проходим там тренировку, пока мы туда-сюда. А потом следующие некоторые моменты, когда я буду просто фармить, к примеру, и обустраивать забор. На это у меня уйдет очень много времени, я уверен. Я записывать не буду, потому что, я думаю, не будет интересно смотреть, как я 4 часа собираю, к примеру, дерево. Правильно? Будем что-то делать интересное. Так, построить фундамент. Хорошо, фундамент мы сделали. Давайте попробуем поставить тут огонь на фундаменте. Будем дома. Будем дома. Так, погоди, почему у нас по-разному фундамент? Ну, в принципе, нам же без разницы, правильно? В какую сторону и как оно. Ну да, в принципе, по большому счету нам без разницы. Так, можем сюда что-то добавить, да. Так, что нам нужно? Нам нужно построить с вами костер. А костер у нас, по-моему, в еде, да? Да, вот костер. Давайте костер мы с вами поставим, наверное, вот сюда. Вот так вот. Бум. Для этого теперь мне нужны камушки. 10 штучек. 10 штучек камней. Так, и что? И дрова 8. А дрова у меня, по-моему, были... Где-то были, по-моему, здесь дрова, если не ошибаюсь, лежали. Ква-ква. Да. Где дрова? Так, палка, палка, палка. Вроде бы я видел дрова или нет? Или мне показалось? Так, что по поводу еды, воды? Не надо ли мне пить? Нет, еще пока нестерпимо. Еще пока мистер Пима. Ладно, нету дров, значит, сейчас добудем. Значит, сейчас добудем. Давайте срубим дерево. Блин, хорошо, что просто мышку зажимаешь и рубишь, и не надо каждый раз тыркать кнопочки. Так, это бревно. Ну, по-моему, если мы возьмем вот так вот, возьмем в руки топор и сделаем... Да? Не? Хорошо, тогда собрать вот-вот дрова. Да, дрова, дрова, дрова и палочки. Хорошо. Так, 8. Единственное, что я не знаю, разрушается ли тут топор, если у него прочность. Так, это все, да, что мы добыли? Ага. Так, собрать бревно. Так, бросить. Нет, бросить, бросить, бросить. Собрать бревно, 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 бревно. И сейчас мы, по-моему, сможем с вами кипятить воду в нашем кострике. И пить чистенькую. Хотя, хотя из калюжи тоже вроде вкусно. Так, разжечь.
Грязная вода. Вот сюда я бульк. Бульк. Бляга, 0,60, хорошо. Так, а как мне разжечь тебя? Что мне нужно? Костер, использовать костер, удалить это. Как мне тебя разжечь? О, блин, я испугался. Чё-то лускнуло. Так, хорошо, может с помощью палочек? Не можешь при помощи палочек или нет? Или что нам нужно? Да нет, вроде. Хорошо, ладно. Давайте смотреть. Так, развести костер. Не забывайте, что дождь может погасить огонь. Постройте укрытие, чтобы защитить от пламя дождя. Укрытие можно найти на панели постройки. Так, а как развести? Поместите костер в нужное место и добавьте необходимые ресурсы, чтобы завершить строительство. Так, а как костер у нас с вами разводится? Да, напоминаю, что я первый раз играю в эту игрулю, и я без понятия, как это все делается. Угу. Ну как-то же она делается, правильно ж? Как-то же оно должно же развестись. Или мне нужен для этого типа кремния или что? Или оно не зажжется, пока здесь у нас укрытия нету? Или что мне нужно? Честно, без понятия. Так, погоди, хорошо. Так, поиск углеводов. Простой горн, охота, железный слиток, страница технологии. Я хочу понять, как разводится огонь. Блин, может быть, нужно... Стены, деревянные стены, деревянная перегородка, угловая деревянная стена. Так, стенка. Может, стенку нужно поставить? Или, наверное, нет. Или да, или нет. Так. А как только тебя ставить? Так, ага. Бумс. Давай сюда. Чпуникс. Чпуникс. И сверху нужно крышу, правильно, поставить нам же? Мы же не будем без крыши с вами. Так, крыша. Деревянный фронт. Так. Угловая. Плоская деревянная крыша. Давайте, наверное, плоскую деревянную крышу пока есть. Или мы ее с вами не поставим, потому что у нас с вами нету этого. Да, нету. Ну ладно. Что тебе нужно? Бревно 3 штуки, доска 4. Хорошо. Давай смотреть. Давай смотреть. Честно, без понятия, может я реально что-то не то делаю. Может как-то из камней делать этот, как его, чтобы поджечь костер. Ага, я вижу, у нас топор прочный справа снизу. Справа снизу у нас с вами топор прочность. Хорошо. Ложим сюда. Так, добавить материал. Окей, 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 окей. Так, давай добавим еще. Добавим сюда. Интересно, кто это пиляет все? Но явно ж не наш персонаж, правильно? Все хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Отлично. И нужно еще одно деревце. Или не нужно? Или не нужно? Или у нас хватает материалов? Нет, не хватило, да? Угу. Одного кусочка не хватило. Масечка ванова. Маленького кусочка. Блин, как костер разводится? Как разводится костер, и я хочу пить.
Самое интересное, что я хочу пить, ребят. Так, есть. Теперь давайте смотреть, сможем ли мы с вами крышу сделать. Так, крыши. Вот такую хочу. Вот такую хочу сюда. Так. Ну, ты можешь опуститься или не можешь? Ага. Блин, ну пусть такая будет пока месть, правильно? Сделаем пока такую. Или нет, или мы хотим второй этаж с вами делать. Что мы хотим? А ну, давайте думать. Крыша, потолки. Потолки, потолки, потолки. Деревянный потолок. Может, потолок? Да, давайте, наверное, сделаем потолок. Для этого мне нужно будет запрыгнуть сюда. А я не могу запрыгнуть, потому что у нас доска. Хорошо, куда доску использовать? Я не могу запрыгнуть. Давайте в эту стенку используем. Так, хорошо, отлично есть. Теперь встаем. Здесь мы нажимаем Delete. Утвердите. Давайте делать потолки. Потолки. О, шикарно. Все. Здесь у нас что нужно? Бревно 3, доска 4. Окей, окей. Раз, два, три. Доски 4. Не знаю, если это не сработает, то тогда придется, значит... Значит, вы хотите смотреть, как поджечь этот костер. А мне бы этого не хотелось бы. Блин, а долго ночь идет. Я понимаю, что нам можно будет поспать с вами. Я понимаю, что нам нужно будет поспать с вами, если тут с вами у нас тут... Мебель, кровать, доска 6 штук. Во, давайте кроватку поставим рядышком где-то, да? И поспим с вами возле кострика. Где-то возле кострика вот сюда. Потом, если что, переставим. Все, хорошо. Давай бревно. Нам нужна доска только. Нам нужна только доска. Бум. Хорошо. И сюда нужно будет еще 5 досточек. Так. Давайте смотреть. Ну, по-моему, 5 досточек тут нету. Если не ошибаюсь, тогда давайте добавим еще одно бревнышко. Во, шикарно. 3. Хорошо. Ну что, теперь ты будешь работать? Не, что сюда? Сюда что-то нужно добавить, правильно я понимаю? Что конкретно нужно сюда добавить? Почему оно не работает? Что нам нужно? Нам нужен... Так, розжиг, да, какой-то? По-любому нужен розжиг для костра, факел, удочка. Как разжечь огонь? Блин. Так, котелок. Зажигалка. Погоди. А если у нас с вами... Так, канистра с бензином, пластик, зажигалка. Ну вот, у нас есть зажигалка. Так, это мне с помощью зажигалки нужно? Или что, или как? Алло. Алло, игра. Блин, элементарные ж вещи, ну я тебя прошу. Угу, у меня не хватает бревен. Ладно. Давайте рубить. Так, и мне водички нужно будет скоро пить. Так, пока месь оно тут пилится, мы с вами попьем водички. Попить, ага, мы не можем, потому что она у нас грязная. Так, давайте попьем чуть-чуть хотя бы. Угу, и минус 20 хп, хорошо. Попили, проверяй. Попили, проверяй. Угу. Так, а почему я не могу? Угу.
Почему у меня места нету? Ладно, ладно. Вот так и есть. Хорошо, хорошо. Все, отлично. Давай смотреть. Ну? Да, ты... Я понял, ты хочешь спадки неподходящие. Что мне сделать? Что мне сделать? Почему ты не хочешь? Почему я не могу использовать? Так, рагу, хорошо. Ладно, давайте поспим. Мало ли, может, утром как-то будет это все поинтереснее. Все, давай смотреть. Так, вот сюда нужно что-то. Что сюда положить? Так, давай вот так. Ага. Так, нужно бревна сюда ложить, не? А что сюда нужно? Это, наверное, для еды, правильно я понимаю? Ну, почему оно не зажигается? Почему ты не зажигаешься? Так, лечебный бинт. Лечебный бинт, хорошо. Кусочек коры. Все, ребят, понял. Понял теперь, хорошо. Нам нужна теперь кора. Все, теперь стало все понятно. Отлично. Что могу сказать? Мы с вами молодцы, мы с вами умнички. Единственное, что мне нужно будет, наверное, давайте с вами поедим рагу. Давайте съедим, восстановим силы, восстановим энергию. Во, 100%. Здесь у нас водичка. Давайте смотреть. Чистая вода. Бульк. Так, у нас с вами 60 на 60. Хорошо. И как тебя погасить, костер? А вроде никак, да? Вроде никак. Ладно, пусть горит, в принципе. В принципе, он нам не мешает. Давайте теперь с вами смотреть, что мы можем еще сделать. Поиск углеводов. Так, растения, дающие овощи и фрукты. Ага, поиски углеводов, растения, фрукты, овощи. С этим проблем у нас точно не будет. Я где-то здесь видел с вами. Ну, не с вами, понятно, что не с вами. Где-то видел здесь овоща. Вот. Собрать. Есть, хорошо. Вот в этом месте, вот это место, где я забор здесь поставил, я хочу здесь поставить, получается, эти грядки. И выращивать вот такой вот длинный огородик, чтобы у нас было для нас и для поселенцев. Да, здесь, оказывается, есть поселенцы. Мы здесь можем с вами здание НИПов. Вот. Мы сможем с вами здесь людей приглашать. Прикольно. Но для этого нам еще рановастенько, как бы. Для этого нам еще рановастенько. Так что давайте смотреть, что нам дальше ждет. Построить горн. Давайте построим горн. Я предлагаю строить все. Все в доме, но для этого давайте, наверное, ребят, сделаем как. Я сейчас нажму, наверное, на паузу. Доделаю наш домик. Доделаю наш домик. Срублю это деревья, чтобы быстрее было. Доделаю наш домик. И мы с вами поставим здесь горн. Ну и так далее. Потому что я без понятия, через сколько на меня начнут нападать мутанты. И я хочу быть защищенным. Так что все, ребят. Буквально через пару секунд мы продолжим. Ну что, для вас была одна секундочка, для меня где-то около получаса. Да, и то я полностью дом не достроил и решил просто сделать стены, чтобы обезопасить себя. Мало ли вдруг какой-то зомбак либо медведь сейчас сюда придет. Надеюсь, в это окошко они не смогут залезть, мы сможем с вами пересидеть.
Так что крышей и вторым этажом я, наверное, займусь уже как-то без записи, потому что реально я 40 минут делал только вот это вот стены. Так что давайте смотреть, что там дальше, что нам нужно сделать. И да, перед тем, как мы начнем, если ты в начале этого ролика кричал «Перетяни зажигалку сюда!», то спасибо тебе за помощь, но я не слышал. Да, так что держу в курсе. Ну что, поехали. Что нам нужно? Нам нужно построить горн. Горн, горн, горн. Давай, наверное, горн мы с тобой. Наковальня. Станок, верстак. Станок. Хранилище, электричество, еда. Горн. Где наш горн? Вот, каменный горн, да? 25 камней нам нужно. Эти бузички какой-то масечки. Ля, а как ты? А как тебя установить? Или тебе без разницы? Может, в уголку? Может, в уголку здесь мы и поставим? Блин, возле кровати. Давайте тут. Давайте тут. Потом по-любому мы это все. Хотя давайте, наверное, я, знаете, как сделаем. Подойдем ближе. Где у нас буковка N? N, мы сюда тебя передвинем. Вот сюда. Во. Потом мы сделаем, как мы сделаем. Потом мы как-то сделаем. Закинем сюда дрова и заново тебя подпалим. Так, здесь у нас будет костер. Я, конечно, наверное, в доме не стал бы ставить костер, потому что мы бы задохнулись бы. Но раз игра это позволяет, значит будет стоять у нас тут. Давай дальше смотреть. Горн. Горн. Давай тебя поставим мы вот сюда. Теперь мне нужны камушки. Мне нужно много-много камушков. Много-много камушков у нас с вами. Я выбрасывал где-то здесь, но они, наверное, пропали, да? Ладно. Ладно. Давайте добудем камушки. Как я и говорил, я буду записывать серии чисто, когда уже буду что-то делать. Потому что 40 минут смотреть, как я просто бегаю туда-сюда, я думаю, никому это интересно не будет. Если бы это был бы стрим, то я еще понимаю. В принципе, да, но... Но не на запись, когда я смогу просто некоторые моменты вырезать, как говорится, чтобы вам долго не ждать, когда я начну это все делать. А можно мне этот камушек? Не, нельзя. Все. Потеря потерь. Отдай, пожалуйста. Ладно, значит, мы палочку просто заберем. Так, давай сюда. 14 из 25. Хорошо. Мне интересно, здесь камни тоже регенерируются или нет, или придется нам потом бегать искать. И еще мне интересно, если кто-то в курсе, хотя вряд ли вы напишите, мне никто комментарий не пишет. Зомбаки, они будут каждый раз, их все больше и больше будет, они будут все злее и злее, или как? Ну, то есть, стоит ли мне ждать того, что у меня здесь будет целая орда? Так, построить горн. Хорошо. Охота. Ищите, убивайте животных. Хорошо, сделайте железный слиток. Используйте палки и дрова, чтобы разжечь огонь в горне. Затем поместите в него камушки и дайте им расплавиться. Серьезно, камушки? Вот сюда камушки. А давайте попробуем. Серьезно, из камушек это все делается. Так, собрать. Давай сюда, сюда, сюда. Так. Давай смотреть. Давай смотреть. Раз, два. 4 и 4. Я так понимаю, зажигалочка чпурк, да? Да. О, в натуре камушки пошли плавиться. Прикольненько. Что нам нужно? Нам нужно сделать копье.
А копье, как мы с вами сделаем, я пока без понятия. Так. Каменная стрела, катана, ну да. Каменное копье, каменный клинок. Один палка, один растительное волокно, 5. Ага, палка 3, волокно 5, каменный клинок 1. 3, 5, 1. Хорошо. Давайте попробуем. Так, сколько у меня палочек? 2, 3. 1, 5. Идемте в домик. Так. Закрываем. Давайте смотреть. 3. Каменное волокно. Я могу сразу все положить? Или мне нужно... Ага, погоди. Погоди, погоди, погоди. Мне нет. Мне нужно сделать и изготовить так. Так, раз. Два. И так. Мне нужно разделять, да, каждый раз? Мне нужно каждый раз разделять. Прикольно. 3. 4. 5. Так, давай смотреть. Давайте охотиться. Угу. Изготовить. И где ты у меня находишься? Так, вот оно чё. Ага. Идемте, а мы на лягушек можем охотиться? Где ты? Ква-ква. Ага. Бонжур. Есть. Раз. Охота. Задание выполнено. Серьезно? Мы все выполнили. Давайте еще попробуем лягушку в одну поймать. В принципе, пока мы больше ничего не способны поймать, да? Так, давайте смотреть на показатели нашего здоровья. Если будет сильно напрягать, то пишите, будем играть без него. Ну, чтобы хотя бы следить за ним. Так, а лягушки больше нету, да? Лягушка. Ты где? Так, ну если у нас задание в принципе выполнено, что у нас? Съедобное мясо. Ля, идемте приготовим. Так, как отсюда выйти? Вот как отсюда выйти. Идемте приготовим мясо. Стоять? Где ты? Алло? Ку-ку? Ага. Хорошо. Так, нам нужны дрова. Нам нужны дрова. Нет, нет, не эти, вот эти вот. И вот эти вот. Идемте готовить. Так, давай смотреть, давай смотреть. Раз. Два. И зажигалка. Хорошо. Теперь мы сможем с вами приготовить, покушать себе мясо. Во, шикарно. Что у нас по поводу водички? 60 попить. Ой, вкусно как. Крица, ой, как вкусно. А-а-а. Так, не, погоди, погоди. Мясо еще сырое. Давайте дождемся. Сейчас как раз посмотрим по поводу слитков. Сможем ли мы что-то из слитков делать? Нам гвозди нужны, чтобы поставить верстак, нам нужны гвозди. Я хочу без записи, не знаю, говорил я, либо не говорил. Я хочу без записи сделать себе это, как его. Ой, ля, как мясо вкусно ему. Без записи хотел сделать себе забор, полностью уже его завершить, чтобы больше, как говорится, к нему не возвращаться, чтобы к нам точно никто сюда не зашел. Но вы сами понимаете, что мне нужно будет сделать, к примеру, сколько здесь? Нужно веревки 4 штуки и бревна 6. Это нужно мне будет очень-очень много деревьев срубить и наделать очень-очень много веревок. Но забор нам нужен. Я не хочу, чтобы у нас в нашем поселении, будущем классном, что-то было не так. Так, теперь давайте смотреть вот сюда. Все, у нас с вами железные, что там, железные фрагменты, хорошо. Камушек, а мы можем только по одному камушку ложить, больше мы не можем, правильно понимаю?
Больше одного камушка мы не положим, насколько я понял. Так, вот еще камушек. Так, хорошо. Ну да, больше одного камушка мы не положим. Ну и ладно, что мы сможем дальше сделать? Так, сделать железный слиток. Ну есть, сделал. А, железный фрагмент. Ага, а теперь мы теперь убираем камушек и ложим слиток, да? Во, прикольно. И сколько нам нужно таких слитков? То есть, погоди. Чтобы получить железный фрагмент, нужно железный... Так, с появлением минералов мы сможете. Мы-то сможем по-любому, я в нас не сомневаюсь. Но, так, бинт, бинт, глина, не то, вот. Блин, как-то сильно светло. Так, алюминиевый, медный, стальной, железный. Для этого предмета нужно необходимо 5 железных фрагментов. Ага, 5 штучек. Окей, а у нас всего лишь с вами их 2, да? А были ли у нас в этом, как его, в нашем байке... Фрагменты. Так, пластик, глина, стекло, пустая банка. Не, не было, не было. Ну ладно. Значит, что мы сделаем? Так, это что у нас? Винты. Винты давай вот сюда. Кто ты? Глина мне не надо пока месть. Бинт тоже пока месть не надо. Ткань. Берем. Растительное волокно пусть будет. А, вот у меня еще железный фрагмент, 2 штучки есть. Я, по-моему, его собирал, если не ошибаюсь. Но изначально, когда мы зареспились. Так, 2, 4, 5. Все, пошел процесс, да? Да, процесс пошел. Отлично. Значит, теперь мы сможем с вами сделать 3 гвоздя и, по-моему, поставить себе верстак. Так, сделать же слиток, страницы технологии, страницы технологии. Где наши страницы технологии? Это ты? Или это не ты, страница технологии? Так, технологии, ага, вот она, технология солнечная, солнечная. Угу. И что мне нужно здесь? Что мне там нужно будет, надеюсь, мне напишут. Блин, как же долго это все делается. Я не знаю, нужно будет горнов так 5-6, наверное, да, поставить сюда. Что по поводу воды, еды, пока нормально. Горнов 5-6 поставить и делать с этими камушками. Потому что если на одном я буду это делать, это будет очень долго и нудно. Согласны со мной? Так, давай смотреть. Объекты. Мне нужен верстаки. Так, циркулярный станок у нас там один есть. Это что такое? Наковальня. Железный слиток X5. Угу. Угу. Это что такое? Бам! Слиток один получили. Прикольно, прикольно. Так, и что? А мы не все, да, сможем сделать? Страницы технологии. Страницы технологии можно случайно найти в одном из зданий точек интереса. Будьте начеку, там вас могут поджидать разного рода опасности. Ага, то есть нам нужно будет искать это все, правильно я понимаю? Выезжать и искать. Типа на дорогах, да, где-то здесь они запрятаны. Домики какие-то должны быть. То есть устраивать мини-экспедицию. Только самое печальное то, что у нас-то с вами бензина мало и придется пешком, наверное, топать. Но для этого нужно взять водички побольше. Угу. Пока не знаю. Давайте, наверное, пока месть без этого. Давайте, наверное, еще мы камушков сейчас сюда положим. Где у нас камушки? Блин, столько камушков было. Где они все делись? А, я, конечно, на горн потратил, ну да.
Так, тогда давай, давай сюда. Блин, ну что получается? Нужно будет, значит, делать с вами еще, наверное, горн, не знаю. Либо делать, либо не делать. Блин, ну мне нужно 5 слитков, или сколько мне нужно? Сколько мне нужно слитков, и что нам нужно? Так, объекты. Наковальня. Наковальня, нам нужно железный слиток, 5 штучек. Наковальню мы с вами давайте поставим где-то по камень вот тут, недалековастенько. Потом выберем место, где мы с вами будем заниматься этим всем. Наверное, даже на уличке. Когда я закончу, получается, забор свой, я на улице это все перенесу. Хорошо, давайте дальше рассмотрим, что нам нужно еще. Что нам нужно, что нам нужно. Так, верстак. Вот здесь и штук, да. Ткацкий станок нех, стол химика не, улучшенный верстак. И верстак, гвозди, доска. Тогда давай смотреть. Верстак, наверное, мы с вами поставим вот сюда. Тут. Так, вот сюда, тут у нас он будет стоять. Ну, в принципе, пока месть и все, что я могу сказать. На этом, я думаю, серию мы закончим. Будут вот такие маленькие серии, где мы будем с вами что-то производить. Наверное, я без вас не буду доделывать ни это какие, ни наковальню, ни верстак. Я без вас просто сейчас наплавлю себе эти, как его, камушков наплавлю себе. Сделаю, наверное, еще пару горнов. Возможно, я сделаю. И попробую закончить забор. Не знаю, почему он меня так мулит. Но он меня реально мулит. Я хочу его просто закончить и забыть про него. И заниматься здесь спокойно уже делами. И если кто-то сюда придет, будет нападать, то ну, пусть бегает, пусть кричает, правильно? Так что давайте, ребята, наверное, на этом мы серию закончим. В принципе, мы ничего-то и не сделали, но есть у нас уже каркас домика. У нас уже изучена, технология изготовления металла. Мы с вами можем это делать. И скоро мы займемся тогда уже верстаком. Наковальню сделаем, гвоздики, и пойдем дальше строиться, так как здесь много всего интересного. Объекты, давайте верстаки, хранилище. Так, мусорный контейнер, ящик для хранения, нужно будет с вами потом сделать. И я сейчас скажу, что нужно будет сделать грядки. Гвозди 8 штучек, да, нужно будет сделать грядку себе. Грядки, наверное, я буду делать возле домика здесь, чтобы у нас красиво было. Выходишь, а у нас тут растет всякая вкусняшка. Сделаем тут грядочки. Я решил себе пока месть не заморачиваться и сделать одно окошко, так как у нас здесь в основном будет рабочее помещение. А все остальное я перенесу на второй, либо на третий этаж, если здесь, конечно, можно строить третий этаж. И как-то так. Все, всем спасибо за просмотр. Не знаю, с какой частотой буду выходить серии. Может, я просто сейчас позаписываю штучек 5-6 хотя бы и буду вылаживать, выкладывать. Кому, как говорится, удобнее, чтобы оно звучало, серии. Ну, либо когда уже запишу нормально, тогда и будем. Так что, как-то так. Все, ребят, всем пока-пока. И да потом. Да, не забудь поставить свой лайкосик и написать какой-то комментарий. Все, мур-мур.